Ну что ж, всем доброе утро. Нахожусь я сейчас на том же месте, на котором я закончил прошлое видео. Нахожусь я там, где я разгрузился. Сейчас будем искать, ну, загрузку новую и поедем на место назначения. В общем, сейчас я уже загрузился. Загрузка была на этой же компании. Сейчас будем выезжать, едем мы в Медвежьегорск, это у нас на севере. А к нам туда. Такая тут разгрузка возле, что это у них типа порт мест. Здесь можно охереть, на самом деле, от их узких дорожек. Здесь парк какой-то. Сейчас мы выезжаем. Навигатор что-то бушует. Зачем я разворачиваться? Так, выезжаем. Побордюрим, но здесь по-другому вообще никак. Ну и едем. Тогда не рассмотрели, а здесь у нас памятник Ленину стоит. Тогда мы в прошлой серии посмотрел. Ой, ни хрена, блин, здесь узко. Я хоть туда навигатор повел. Долбануться, конечно. Не, ну мы, конечно, проходим, но, блин. Ехать нам 180 километров, везем мы 16 тонн. Петрозаводск, конечно, неплохой городок, я хочу сказать, здесь и дороги хорошие, и улицы так, ну, неплохо выглядят, прикольно, мне нравится на самом деле. Будем наваливать здесь 60, здесь на кольце направо. Проскочили хорошо на зеленый. Ну, здесь эти все обычные хрущевки. Вот там чуть получше, там чуть похуже. Да, здесь мы не успели. Можем оправдывать здесь объехать. Мы уже выезжаем из Петрозаводска. Включаем круиз. Вот у нас пост ДПС. И уже уезжаем из города. Сейчас по времени 19:30. Так себе, конечно, что выезжаем мы, получается, в темноту. Ну, ничего не сделать. Тут нам ехать совсем чуть-чуть. Вот прям вообще чуть-чуть. Здесь у нас мост. Он получается для поездов. Железнодорожный. Дороги здесь все как бы в основном двухполоски. Такие вот как это. Ну, они хорошего качества. И одно удовольствие по ним ехать на самом деле. Draw the line for humanity. Catastrophes killing us. And kids go down at night. Get yourself a pet. I can feel it running through me. The adrenaline, like an alien. Go ahead and blast my head off. I don't care.
Так, сейчас мы уже заехали в такие очень даже опасные места. Это речка горная. Так, съезжаем на Медвежьегорск, уже у нас указатель идет. Тут у нас осталось совсем немного, я думаю, его даже видно на навигаторе. Да, его уже видно. Так, что ж мы так медленно? Съезжаем. Там мы ехали прям через такие скалы. Вообще жесть на самом деле. Здесь уже будет дорога чуть похуже. В плане того, что скучнее. Здесь у нас трафика больше. Кстати, большая заправка Роснефть здесь. Так, и подъем. Включаем 10-ю передачу. Потому что так бы мы не вытянули, скорее всего. Да, очень большой поток трафика, и мы уже, получается, въехали в Медвежьегорск. По крайней мере, его окраин. Ну вот остановка есть даже. Значит, транспорт ходит какой-то. Да, на севере. Ну здесь минус 5, как бы. Если у меня правильно показывают. Ну, вроде правильно мне показывают в этой машине. Дома. Гаражи. Здесь уже двухэтажные дома. И мы уже вот приехали почти. Вот магнит. Это получается наша разгрузка. В общем, мы разгрузились и уже здесь же загрузились в город Кем. Это на 280 еще километров. Заезжаем. На 280 километров еще севернее. Сейчас у нас где-то 19:15. Уже вечер, поэтому мы проедем часть маршрута и станем где-то, остановимся, поспим, потому что ехать в темноту по таким местам сейчас, ну, гололеда как бы нету сильного, но стрёмные здесь места, вот такие повороты. Лучше ехать все-таки днем. Темнота, конечно, ну, городок, я так понимаю, мы уже с него выехали, да. Небольшой такой городок. Что еще про него рассказать? Получается, что город Кем, это будет, наверное, скорее всего, мой самый северный город, в котором я был. Так, включаем дальний, в принципе, чтобы было лучше видно. Здесь какое-то озеро. Потому что темновато у нас. Лучше ехать с дальним. Будем выключать, когда будет у нас встречный трафик, но за это время тут как бы нету встречного трафика почти что. Только есть попутный трафик. Сейчас у нас 20:06. Честно говоря, может мы и доедем. Сейчас пока еще терпимо, еще не самая ночь, как бы, да. Я-то вообще не устал. Да, вот едем мы за этим бензовозом 65, и вообще быстрее он нет. Здесь мы его так обошли дерзко, очень дерзко. Ну, нас пропустили, хорошо. Ну, потому что плестись за ним, ну, вообще никак, он не едет, он 60 ехал лучше. Ну, 65 в лучшем случае. И вот что интересно, я думал, будем мы подниматься в основном, а мы в основном спускаемся вниз. Так, значит, у нас эта речка, я не прочитаю, но очень широкая. Доезжаем, мы там разгрузимся, пройдет какое-то время.
на рефе в основном это там в районе часа. И будем там становиться мы на отдых. Не знаю, может в компании тоже у них тоже можно остановиться, поспать. Это будет очень хорошо, просто прекрасно. Если нет, будем искать какую-то заправку или что. Ну, по-любому мы там где-то встаем спать. Здесь у нас подъем. У меня еще 5 часов вождения, то есть времени мне хватает с головой. Сейчас в районе 2 часов ехать. Заправка «Газпромнефть». Такая небольшая. Ну и пока что, ну, на навигаторе вдалеке видно уже как Кем. Я не знаю, честно, он вроде не сильно большой такой городок. Ну, здесь нету больших городов, это у нас такой уже север. Реально прохладно уже. А у нас тут снег пошел. Причем такой капитальный. Сейчас вы таймлапс видели, мы въезжаем в город Кейм. Тут у нас тоже такой, конечно, городок. Ну, снежок нормальный, я хочу сказать. Прям приличный. Сейчас нам поворачивать направо, я так понимаю. А нет, это вообще дорога так тут извивается. Так, здесь переезд. Стоп у нас. Здесь у нас вот стояночка есть, вообще замечательно. Я так понимаю, на обочине можно здесь становиться. Ну хорошо. А вот и разгрузка у нас. Тоже тут такие узкие улочки. Так, сейчас. Здесь тоже товарищ Тамани стоит. Сейчас будем пытаться тут припарковаться где-то. Ну все, в принципе, на сегодня. Сейчас мы ночуем и на утро уже ищем загрузку.